в лесхозе введено круглосуточное дежурство. Также проводится круглосуточный мониторинг системами видеонаблюдения лесов на случай задымлений и возгораний. Для этого задействованы все камеры видеонаблюдения в лесничествах. Также работает система автоматического обнаружения «Лесной страж». Задействованы фотоловушки. Все силы и средства приведены в повышенную готовность к выезду на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Хочу напомнить гражданам, что за нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность. Штраф до 12 базовых величин. При более серьезном нарушении штраф может доходить до 30 базовых величин. Если возникает пожар по вине кого-то, то может наступить уголовная ответственность. Хочется еще сказать гражданам, что данные ограничения вводятся не только для того, чтобы сберечь наши леса, а и для того, чтобы сохранить их жизни, то есть для их безопасности. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к ограничительным мерам и берегите себя.